Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем пройдите рух под названием Dark Souls. И мы с вами отправляемся за. Подожди, или не надо. Или надо. Не, давайте, короче, сейчас пойдем вниз. Где-то все старая херь. И нам нужно с вами кое-куда будет сбегать. Так, по идее, сейчас должен ваншотить всех. И вся. Ну, пока что, я так думаю. Угу. Или нет, босса. Предыдущие локи. Так, а вот теперь может быть пиздец, ребят. На всякий случай. Подхилюсь, давайте попробуем первого призрака убить. Мне кажется, он ни хера не сработает. Если же не сработает, мы просто побежим. Сколько ты наносишь? А, ну довольно круто. Побежали. Но я их тронуть не могу. Я их тронуть не могу, поэтому побежали. Не будем забывать, что они могут ходить сквозь стены. Бляха-муха, мне страшно. Не хочу я умирать. Куда я вообще бегу? Кажись, правильно. Кажется, правильно. О. Бежим. Так у меня щит защищает. Да. Они меня зажали. Так, думаем дальше. Переместиться. Прямо огнем. Давайте думать. Что я могу еще замутить? Куда я могу пробежаться? Ну блин, видите, они все равно меня типа достают. Хотя было написано, что щит должен мне. А тогда смысл? Смысл мне от этого меча. О, щита, то есть. Давайте тогда травяной. Чтобы у меня выносливость быстрее накопилась. Как я понял, они пробивают меня насквозь. Они меня пробивают насквозь. Сколько у меня кратковременных проклятий? Отлично. Две штуки. А у кого их можно купить? Мне кажется, по 4000 стоят за штуку.
Если я не ошибаюсь, то они стоят по 4 штуки. Ну да, должно, по идее, мне хватать побольше этого щита. И растрата стамины не идет не такая сильная. Но я не знаю, куда мне бежать, ребят. Да-да, иди нахуй. Мне уже страшно. Ладно, бежим в эту сторону. Мы же тогда сюда тоже, да, бежали? Так, куда? Кратковременное проклятие. Так, давайте дальше думать. Я могу туда пойти. О! Нету варяка! Нет вариков! Бежим, куда и глаза глядят. Ну, а я какое-то кольцо подобрал. Я подобрал какое-то колечко. Подожди, а какое у меня кольцо вообще стоит? Мне же кажется, кольцо воды, да, стоит? Бля. Тогда сейчас. Во-первых, что мы за кольцо подобрали? Вот это, да? Повышает сопротивление с проклятием. Несмотря на кошмарные слухи, его создание, его кольцо не за... так, не заменимо для этих проклятий. Хорошо. Значит, ставим кольцо защиты. Переместиться храм огня. Так, это получается, мы побежали вниз. Забежали в тупик, да? Забежали с вами в тупик. Мне нужно, короче, смотреть, куда на самом деле мне бежать. Потому что это сложно. И, наверное, буду сразу поднимать его, возвращать лифт, чтобы так не ждать. Так, сразу возвращаем его обратно. Я не понимаю просто, куда мне бежать. Вот в чем проблема. Может, мне тогда это сразу проклятие заюзать? Так, сейчас. Сколько мы уже там? 4 штуки, да? Когда мы подбежим уже к тому замку, я его использую. Конические лапки свои. Дюзает. Потом думаешь, почему ты не можешь пройти.
Так, бежим. Блин, они плюс еще когда поднимаются, они закрывают мне обзор. Да ёлки-палки! Куда мне бежать? Я не понимаю, куда мне бежать. Сложное место, сложное. Но мне нужно его как-то пройти. Ну, типа, вначале правильно бежал. Херня в том, что меня заблочила эта тварь. И я не смог дальше пойти. Поехали. Тогда нужно перед тем, как я буду уже забегать туда на балкончик, и юзнуть этот проклятие кратковременное. Интересно, можно вообще его на себя наложить? Или это мне нужно отравиться, чтобы у меня было топ минус какой-то процент хп? Начинаются эти длинные лапки. Вкусно. Вкусно, вкусно, вкусно. Вкусно, вкусно, вкусно. Это тварь. Ладно, побежали. Так, сюда. Мне интересно, насколько это проклятие. Второй я использовать сразу не могу. Так, хорошо. Хорошо. Не-не-не, в ту сторону. А, устройство не подается, найс. Заперто, отлично. Ладно, тогда наверх. Тогда наверх. И что я тут делаю? GG. Что мне делать? Устройство не подается, вниз я не могу спуститься. Что-то круто. Слишком круто, не думаете? Слишком круто.
Ладно. О. 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 Живем, ребят. Жертвенное кольцо. Так. Теперь как отсюда спуститься? А как отсюда серьезно спуститься? Так, походу я всех, да, загрел того прохода. Походу да. Ладно, что тут еще было? Так, сюда я ходил. А, значит, проклятие все-таки я немного пока не сдохну. Ну это хорошо. Привет, чел. Какой сюрприз? Здесь мало кто бывает, кроме призраков. У тебя великая чаша. Очень впечатляет. Я знаю, кого твоя цель. Ты ищешь четырех королей, проход, которым я охраняю. Вот ключ от печаты. О, четыре короля покоятся в самой дальней палате. Используй ключ, чтобы сломать печать и открыть ворота. Да, и не забудь. Темные духи обитают в черной пустоте, что зовется бездной. Но бездна не место для обычных смертных. Однако много лет назад рыцарь Арториас пересек бездну. Если ты найдешь его и узнаешь его секрет, бездна может покориться тебе. А ты что-то продаешь? Привет, в чем дело? Ключ и печать в твоих руках, он обязательно поможет тебе. Купить предмет. Давайте я на всякий случай 4 штуки куплю. Все, изи. Так, ну я не думаю, что типа на меня должны снова напасть. На самом деле, фиг его знает. Фиг его знает. Не хочу проверять. Ладно, пойдемте сразу печать открывать. Как парниша сказал, мне нужно это, да? Заюзать. Так, стоять. Кольцо. Кольцо, позволяющее мне здесь. Хотя нет, стоять. Это еще не то кольцо. Или то кольцо. Поехали, открываем ворота. Могу я вниз прыгнуть в воду? Даже так. Ну тут высоко все равно. Опа.
А что у нас заработало? Не, я все-таки, наверное, кольцо поставлю. Нахер оно надо. Рисковать вот это. Добро. Бац. Пойди ваншот. Ну, тогда мне босса проблем вообще никаких не составит. Не хочу этих задевать. Скелетонов. Пипец здесь тел. Понятно, почему здесь тогда призраки обитали. Да, все понятно. Привет. Чё как? Ой. Тебе 3 удара нужно. Это много. Бляха. Так, ну это обычный туман. Ах ты ж ё-мо. Так, не, они все равно как бы. Так, а плу... темная рука. Пиромантия. Просто. Ты что такое? Это что за херь? Нет, тут слишком темно. Как бы то ни было, тут слишком темно. О. Пока. Не, ну не, знаете, они типа принимают урон. Но все же. Ну, здрасте, человечность. Так, раз проход. А, два проход. Так, здесь у нас два прохода. Там секретная стена? Нет. Еще одна темная рука. А, значит, плюс еще магия. Хорошо, что у нас по прямой? Ничего. Ой, ой, ой. Ой.
Учись. Так, здесь я падаю, вздыхаю. Чувствую, мне нужно лучше рубчик заюзать. И я не желаю отъехать. Треснувшее око. Еще рыцарь, давай. А ты весельчак. Веселый малый. Так, кажется, я вернулся немного обратно. Самую малость. Сюда, да? Я отсюда пришел. Давай тогда. Так, что у нас с этой стороны было? Лестница вверх. Пошли по лестнице. Ни хрена не вижу. Чисто нихера. Может, это призраки? Походу, что да. А, да, здесь же раньше призраки были. Ладно, побежали отсюда. Побежали на местный лифт. Надеюсь, ты меня привезешь, куда мне нужно. О, здрасте. Так, а я заблудился. Я, малюха, заблудился. А где мой лифт? Я вас понял. Лифт где-то здесь. А хотя, а куда мне идти? Но печать я сломал. Это да. А куда дальше? Мне не сказали. Ладно, пробуем заново. Поехали. Мне эти короли нужны. Довольно быстренько. Но это драконы. А куда мне идти? Я же все здесь облазил.
Вот, я бы сюда пришел. Побежал прямо. Убил рыцаря. Может тут? Нету. Хорошо, иллюзорная стена. Ах! И что мне оно дало? Ну только эти пацаны. Тут только эти пацанчики. Ради обломка. Утон. Хорошо. Дальше что? Бегаю, прыгаю, непонятно где, зачем. Да иди хер пойми. О, здрасте. А-а-а. Ой. Так. Сейчас я хилюсь. Короче, я нашел, куда мне идти. О, тихо! Я что-то просто не ожидал, что их тут будет двое. Этого я вообще не ожидал. Так, еще один обломок. Готово. Пойдем сейчас все-таки зайдем в порталик. Сейчас проверю, что здесь было. Тут ничего. Здесь у нас что было? То же самое, ничего. Так, а этот стоит у меня? Плечка бездна, да. Ну, поехали. Быстрого, конечно, сюда перемещения у нас нету. Это GG. Это просто класс. Ту-ту-ту-ту-ту. О, ну что, с Богом.
Тихо. Хорошо. Да ёлки-палки, что ты делаешь? Я что-то думал, я их быстро убью. Но что-то ни хера. Чё-то ни хера. Окей. Давайте, короче, переместимся. Мне нужна дочь Хауса. Да. И, в принципе, можно заканчивать из-за того, что дальше мы будем уже здесь шастать, здесь проходить все это дело. Давайте сохранимся. А, подождите, у меня же есть улучшенный костер, да? Здесь недалеко. Здесь недалеко есть хороший костер. На нем сохранимся и закончим. Так, мне кажется, тут нужно две человечности заюзать. Нихера мне её. А, мне придется третью еще юзать, чтобы вожечь. Временное проклятие можно убрать. Так, обратить опустошение, да. Готово. Теперь его жечь, да. Неужели я пройду хоть одну часть Dark Souls? Еще его жечь. А теперь прокачаться. Новый уровень. Принять. Окей, готово. Давайте на этом тогда закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.